Здравствуйте. Представляем котел варочный на 350 литров. С мешалкой и с ножом. С обвязкой гармонизатора. То есть получится котел пароводяной. Так, здесь у нас, значит, стоит котел пароводяной. То есть 4 блока тенов по 7,5 кВт. То есть общая мощность 30 кВт. Пульт управления на стойке. Гармонизатор с обвязкой. То есть обвязка снизу забирает и возвращает назад. Внизу кран-выгрузки ДУ-100 будет стоять. Здесь у нас обвязка гармонизатора. Крышка герметичная, то есть включаем, значит, по нагреву. То есть сюда подаем воду. Сюда воду подаем. Здесь у нас уровень контролируем. Это выход охлаждения, либо теплоносителя горячего. Внизу стоит у нас нож, крышка, то есть с резинками. И под вакуум, либо под давление. То есть нож стоит. 3500 оборотов будет вращение. Так, включаем, значит, нагрев сетевую. Термолетом смотрите температуру продукта. Это каждый блок у нас получится по 7,5 кВт. 7,5 кВт. 7,5 кВт, ну, либо 15. Это таймер для работы по времени. Это мешалка для верхней части. Это мешалка для нижней. То есть для нож в одну сторону. Это включение гармонизатора, это включение вакуумного насоса. То есть нож включили. Ну, нож регулируем либо быстрее, либо медленнее. То есть будет вращаться со скоростью 3000 оборотов. То есть крышку, ручки для подъема, то есть она упирается в упор. То есть поднимаем, крышку опускаем, закрываем зажимы. Котел как бы герметичный, нажали зажимы и работаем под вакуумом для выгрузки, либо, то есть, ну, мешалка получается у нас будет работать, то есть зажали зажимы, мешалка работает с вакуумной камерой, то есть работает со скребками по одной или по синкокотлам, то есть идет как бы процесс нагрева, не будет воды загореться, авария, ну, здесь температура доходит до нужного значения, отключает. Ну, все, котел как бы готов к работе.